Открыла фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду-2017» управляющий делами администрации города Василина Черных. Я надеюсь, что детки на этом фестивале покажут свои таланты, способности, раскроют свой творческий потенциал и найдут новых друзей. Желаю вам творческих успехов, ярких впечатлений и, конечно же, победы. Это самое главное. В программе фестиваля было три номинации – вокал, художественное слово и хореография. Первыми выступили юные вокалисты. Они продемонстрировали публике не только свои вокальные данные, но и артистизм исполнения, яркие костюмы и творческий задор. А репертуар был самым различным. За вокальным конкурсом следовало художественное чтение. Номера, представленные как целые костюмированные театральные инсценировки, только подчеркивали таланты юных чтецов. Самой зрелищной стала номинация «Хореография». Танцевальные номера были очень разнообразны по жанру, композиции и тематике, а зажигательное исполнение танцоров не оставило равнодушными жюри и зрителей. Во всех номинациях определились победители. Они получили подарки и сертификаты. Главный приз гран-при получила группа «Ромашка» из детского сада «Теремок» за танец «Маков цвет».